И я прошу тебя в энергоинформационном поле Земли найти 1983 года рождения. Да, я нашла. Идентифицирую ее на счет 3. 1, 2, 3. Снимаются все маски и голограммы. Фантом присыпь. Хорошо, защищай ее, бери ее в защитный поток. И на счет 3 делайте квантовый прыжок в вашу комнату диагностики. 1, 2, 3. Да, мы здесь. Хорошо, мы приветствуем Елену. Интересуемся, готова ли она нам, доверяет ли она, хочет ли она пройти диагностику. Готова ли она пройти диагностику? Да, готова, она хочет. Хорошо. Так, клетку, да? Ну, у нас здесь клетка. Хорошо. И, Елена, ты полноправная хозяйка своих энергий. Любой, кто с тобой интерферирует, автоматически попадает под твою власть, становясь твоим заложником. По моим командам в эту клетку будут притягиваться все, кто интерферирует с тобой. Время для них остановилось, не могут воздействовать на тебя. И я включаю яркий прожектор, ты на белом фоне четко и ясно со стороны видишь энергетическое тело. И все каналы, если таковые имеются, ко всем интерферентам, к энергетическому телу. 1, 2, 3. Кто у нас? Спрут. Спрут. Вот, он большой. Он очень большой. А это не тот, который сидит? Он у нас был уже здесь? Я не знаю. Он большой, но и тело вот так все окутал, не только голову. Щупальцы до самого низа у него. Кто еще там? Кроме спрута. Ты знаешь, я никого вообще клетки не вижу. Я спрута на ней вижу. А что не в клетке? Не знаю, скажи еще раз. И на счет 3. Спрут оказывается в клетке. 1, 2, 3. Как интерферент вместе со своим каналом. Сейчас он здесь. Я просто на него засмотрелась и вообще прослушала, что ты говоришь. Поэтому хорошо. Давай всех тоже остальных. Я не знаю, есть, нет кто. И все невидимые и спрятанные интерференты, необнаруженные, проявляются в клетке вместе со своими каналами на счет 3. 1, 2, 3. Грей у нас. Грей? Сколько? Не знаешь, к сердцу что-то ей там установили. Так, подходим к Греям. Сердце у нее. Подходим к Греям. Душит ее что-то. Угу. Чего вы пришли? Спрашиваем Греев. Что-то в масках каких-то. Подожди. Снимаются все маски и голограммы. 1, 2, 3. Нет, я имею в виду на лицо у них, как противогаз. Типа такого маска какая-то. Кто они такие, я спрашиваю еще раз, второй раз. Ну, они Грей, говорит, опасно вас сейчас подцепить что-то здесь. В плане опасно подцепить. Ты, паразит, приходишь в тело человека и говоришь, что опасно что-то подцепить еще. Ну да, вирусы у вас гуляют, говорит. Они маски на них. Хорошо. Да, как когда такие, как вот типа противогаз, только маленький, да, без вот этой всей части. Ты посмотри. Когда вошел в тело? Когда вошли в тело, кто вам открыл дверь? Вы защиту видели? Ой. Зачем мы маски? Я не понимаю, что дышит, что ли? Вера не отвечает на мои вопросы. Они переговариваются между собой, руками машут что-то. Подожди, это не Грей. Это инсектоиды. Инсектоиды. Инсектоиды, да, вот пальцы длинные такие у них. И сколько их? Ой. Инсектоиды, кто такие, как пришли в тело? Ну, они что-то на своем языке говорят, пальцами показывают. На кого? Ну, объясняют. Пусть говорит тебе на тебе понятном языке. 1, 2, 3. Ты знаешь, он... В общем, идет информация, он говорит, давай, типа, я телепатический канал установлю, ну и ты поймешь, что я говорю, да?
Ну, как-то информация такая закинулась, и типа он не может это по-другому. Короче, он хочет переброситься на нас. На Свой нас канал. Ну переброситься? да, канал Никуда установить. он перебраться не будет. Я сейчас с левой стороны от него появляется экран. Один, два, три. И на этом экране он может показать все, что он хочет показать. Да, он и так может все показать, он просто специально это делает. Мы не будем синхронизироваться ни с кем. Никакие нам каналы не нужны инзиктоидов. Я еще раз спрашиваю, откуда он пришел? И когда он пришел в тело? Давай долбанем их. Давай. Я подхожу, направляю на них свое копье. И на счет три наношу на их чистоте трехсекундный удар. Один, два, три, удар! Один, два, три. Стоп. Вот, все, заговорили. Чуть не поджарил нас, говорит. А я могу и поджарить. Ладно, ладно, говорит. Сейчас уберем Вы все. что, дурачков здесь насчитаете или как? Я не понял. Ты при чем здесь, подожди, куда уберем? Сначала будет реверс, потом будет убирать. Никто вам ничего сейчас не даст убирать. Так, направь нас прута. Когда они пришли, я спрашиваю еще раз, третий раз. И еще начинаю бить по-новому, если не будет ответа на мои вопросы. Когда произошло подселение? Когда интерферент зашел? Ну, две, что две, недели две. Две На недели. какой волне они зашли? Какая ситуация была? А, сомнения, какое-то сильное сомнение у нее было. И А на она этом сам. говорит, вся хаотичная, не знает, правильно или нет делает. На какой частоте, сколько герц они зашли? На 12. На 12. Довольно круто. Это, в принципе, высокие вибрации относительно на Земле. Уже нет, говорит. Уже нет, да, мы знаем, вибрации поднимаются. Хорошо, перейди к спруту. Такие же вопросы. Когда подселение произошло, на какой частоте зашел? Если не отвечает, говори мне сразу. Он говорит, меня закинуло. Я просто хочу смотреть, откуда его закинуло. Откуда его закинуло? Он, знаешь, он старый. У нас нет скидок для пенсионеров. Старый, большой. Сколько Молодого ему? тела мне захотелось. Сколько ему лет в земных годах? Она сочная, говорит, такая. Как вы меня задолбали? Сколько ему лет, я спрашиваю? Он сильно насосался энергии в нее. А сколько ему лет? Вера, если это он не отвечает, или это ты не переводишь, я Но не он знаю. не знает, сколько ему лет. Не знает. Ладно, хорошо, В смысле, переходим к не тебе. знает, он не знает, как это объяснить на человеческий возраст. Хорошо. Передаем информацию. Сейчас в рамках закона свободы воли и закона свободы выбора происходит чистка Елены. Я не желаю причинять вам ущерб, наносить энергетические удары, поэтому предлагаю после реверса забрать все чипы и датчики. Потом будет произведена проверка. Сейчас мы начинаем реверс энергии, и я даю команду тонкой копии Елены спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. Один, два, три. Начали выстраиваться каналы сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии Елены произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Елене. Опиши. Темное, черное идет к этому осьминогу. Он и сам такой какой-то темный, черный, да, темно-серый такой. Все И забираем, длинные усиливаем. лапы такие. И у него такое ощущение, что на лице мешки какие-то, вот как старик. Когда ты ему спросил вопрос про возраст, он задумался, и он говорит, я даже не помню, когда я ребенком был. Я не знаю, Это сколько у них тогда, сколько они живут. 1000 лет или больше земных? Земных Я в земных годах спрашиваю. больше.
Больше тысячи. Да. А с какой он цивилизацией пришел в путь? Говорит, что у нас очень медленно идет жизнь по сравнению с вашей. У вас вообще как секунда проходит. Да, поэтому так многие хотят получить этот опыт на Земле для того, чтобы решить свои кармические вопросы и задачи. Поэтому на других планетах это длилось бы тысячи лет. Поэтому так ценная жизнь на Земле. С какой цивилизацией он пришел к нам? Сколько световых лет он над Землей находится? В общем, он говорит, что у него есть свой корабль, на котором он передвигается, и он пришел с планеты Бира какая-то. Бира, а Да. какая-то галактика, или как это нам понять, в каком созвездии находится эта Бира? Не знаю, если звезде спрут. Честно говоря, не знаю, но вполне возможно. Сколько световых лет от Земли это? Далеко? Да, он говорит, это далеко. Ну, хорошо. Так, энергия у нас идет. Ушла назад полностью. Ну вот он еще забирает. Давай, усиливаются потоки 10 раз. 1, 2, 3. До последней капли полностью все уходит. А как сектоидом коричневая энергия уходила, но она ушла, уже закончилась. Хорошо. Остался спрут только, да? Он тоже заканчивает. Хорошо. Ждем. Готово. Хорошо. И устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы. 1, 2, 3. Есть. И в порядке реверса Елена забирает чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Елена себе обратно. Она хозяйка своей энергии, возвращает все свое себе обратно. Ну, вот от спрута, от него пошла энергия вообще как радуга. Ага, понятно. Всех цветов радуги идет энергия, как кубиками такими. Вижу, вижу. Не полосками, а кубиками. Разноцветными Да, кубиками, да, да. да. И усиливаем поток в 10 раз. 1, 2, 3. От сектоидов идет голубая. Они, знаешь, на грудь что-то ей. На грудь я имею в виду вот шея, плечи, область сердца, вот это место что-то у нее, ее душит прямо что-то. Мы сейчас все заберем. Она Как только задыхается, вот дышать нормально. да, как реверс закончится, мы сразу все решим. А, слушай, ну вот потому у них была вот эта маска на них. Они какие-то эксперименты с воздухом с ней делали. А ну пусть расскажешь, какие они эксперименты с ней делали. Фильтрировали там. Что именно они делали? Какие эксперименты? Мне опять на них воздействовать, или они будут с нами разговаривать? Но они говорят, что мы изучаем воздух и проверяли его влияние. Человек плохо себя чувствует, он болеет эти дни. Что вы там проверяли? Меня это интересует. Но Что вы... они проверяли, то есть углекислый газ и воздух, который она поглощает, свежий, да, так сказать. То есть мы изучали воздух. А ей от этого хуже стало, да? И как он проходит, то есть что с органами, что с легкими, как он в кровь попадает. А что вы хорошего ей дали?
за то, что вы получили? Какой обмен произошел энергиями? Мы дали свою энергию, говорит ей. А что она ей дала? Она заболела, человек. Ну, потому что она с ней несовместима, говорит. И ты говоришь, вот это инзиктует, что вы хорошие, что-то сделали человеку взамен? Если с ней энергия несовместима, значит, вы специально ее гробили? Ну, она говорит, сама не хотела ее брать. Ну, как не хотела? Она ее не может брать, эту энергию. Ну, в общем, дураков они себя строят. Типа, не знали ничего. А делали свое дело. Может, еще бахнуть их еще разочек, а? Как ты думаешь, Вера? Мне не нравится, как вот эта манера разговора с ними. Мы ни с кем не позволяем так с нами разговаривать. Все, кто пытается нас вокруг носа водить, за нос водить, тех мы наказываем. Я еще раз спрашиваю, вы будете отвечать, какую пользу ей дали ей? Да никакую. Никакую. Значит, вы паразиты и интерференты, находящиеся в ее теле. Так? Так. Так. Все. Хорошо. Так, Вера, вернули всю энергию назад? Энергию, да, вернули, и тот вернули. Все, я даю команду им сейчас, именно сейчас, этот момент, они все вытаскивают с биополя Елены. После этого я провожу проверку в 1 миллион герц, и они начинают гореть, если будет подключка сейчас к каналу какая-то к ним идти. Поняли? Да, поняли. Приступайте. Они очень хитрые. Вот эти инзиктоиды. Инзиктоиды, они... Как Грей, такие же лжецы. Да. Вот Сминог сейчас снимает с ее головы, полностью с головы, то есть лицо, все, голова полностью, он снимает. Ну, шапку, грубо говоря, да, шеи вот так, как маска она, шеи поднимает и снимает ее, как вот резиновая шапочка для купания, только до самой шеи. Да. Вот, и она толстая такая, как, типа вот и такая же структура, как у него, как желе такое, ну, плотное очень, стаскивает с нее. Какого они роста приблизительно? Это этот снимает, осьминог. А, осьминог, хорошо. Да, осьминог стягивает вот такую... А эти что снимают? Желе какая-то. Ой, эти вообще целый этот раскручивают с нее. Конструкция? Ага, в общем, на плечах, да, пояса у нее, до талии, вот одета как броня какая-то, как у рыцаря, как называется. Такая штука, которая ее давит, но она не железная. Я понял. Я не знаю, что это такое, что за материал такой. Она вроде как легкая, но она давит вот спереди и сзади, не сверху. Человек дышать не может, потому что она не дает дышать. Сдавливает, вот он сдавливает, грудь ей сдавливает. Вот это. Сняли они это, да? Сняли. А ну давай эту жилетку на одного инзиктоида оденем. И на счет три эта жилетка одевается на инзиктоида, вне зависимости от его воли. 1, 2, 3. Говорит, вы что, на меня нельзя это одевать? А почему нельзя? Классно, почему? Мы хотим обязательно проверить. Мы тебе тоже ничего полезного не дадим, как и ты нам. Но мы тебе покажем результаты твоих действий, как оно ощущается на человеке. Говорит, нет таких органов. А не имеет никакого значения. Активируй эту жилетку. 1, 2, 3 на максимальную мощность. Второй говорит, ты убьешь его, но его колотит в этой жилетке. Стоп! Ну что, паразиты? Голова кружится у него. Будем дальше шутить или как? Или будем разговаривать?
Побежал снимать что-то второй. А этот отходит, сидит. У него голова очень закружилась. Значит, она на голову тоже влияла. Конечно, у нее Соседняя. ужасные головные боли у Елены. Вот так вот и мы будем делать дальше. Пусть они на себе это все испытывают. Все, что они делают для людей, они все с сегодняшнего дня Ну будут на вот себе. он сел, и у него прямо вот кружится все. Хорошо, снимая с него жилетку. Один, два, три. Инзиктует. Я тебе сейчас показал, на что мы в состоянии. Но он говорит, убери все с ней. Втором. Все, доставайте, все. Какую-то трубку он в мозг крутил ей. Ну, А как мозги насыщаются кислородом, они проверяли. Вот же ж, То пип, есть, пип. что, как Да. влияет кислород на мозг человека. В общем, они изучают кислород. А мне по барабану, что меня изучают. Для меня они паразиты. Если я буду изучать, обращать внимание, что каждый вирус во мне изучает, понимаешь, это... Я не для этого на эту землю пришел. И не для этого люди приходили, чтобы а, им паразиты знаешь, вот изучали. Такие же трубки он вытаскивает сердце с горла. Ты посмотри. Коричневые какие-то трубки. А сразу не сняли, да? Значит, мы все правильно сделали. Даже с шеи сзади. Оно говорит, как-то же. В общем, и по этим трубам он шел, кислород. Я И понял. спиной мозг говорит тоже. Ну, эта трубка шла на шее. Понятно. Все снял сейчас. Так, и блокируя все каналы, предлагаю тонкой копии Елены поменять полярность всех подключек, чипов, датчиков, имплантов и конвекторов и нанести импульс высокого вибрационного шока удара в 1 миллион герц по этим чипам и датчикам, сжечь их и нанести импульс шокового удара ко всем ответственным подселенцам. И 2, 3, удар! Отсекаем все каналы мощным шоковым импульсом в 1 миллион герц. Кого тряхнуло? Нет, все нормально, все отстегнулось. Хорошо. Так. Проверку они прошли. Я обращаюсь к инзектоидам. Вам запрещено еще раз в этом теле появляться. Если я говорит, вас еще да, раз... лучше не связываться с вами. Я тоже так считаю. Лучше не надо. Вы все поняли. И расскажите это в своем мире, чтобы сюда не совались. Иначе будет с каждым такое происходить, кого я обнаружу в этом теле. Я регулярно буду проводить проверки со всеми, кого я лечу, и поэтому регулярно буду проверять на предмет нахождения в биополе чужеродной патогенной энергии интерферентов. Вы поняли все? Да, да, поняли, они уйти хотят уже. Хорошо, и на счет три. Открывается портал наверху против часовой стрелки. Один, два, три. И инзектоиды уходят на свою частоту со своим барахлом, забывая дорогу назад. Ушли они. Закрываю, запечатываю, растворяю. Отлично. И переходим к спруту. Спрут, я тебе запрещаю в это тело еще раз входить. Ты понял? Да, он понял. Если в следующий раз обнаружу, уже не будет никаких предупреждений. Все. И открываю портал против часовой стрелки наверху. Один, два, три. Но он вышел свой, как он и говорил. Тарелку. Сел и улетел. Я пора, да, сел. Закрываю, запечатываю, растворяю. И мой крест сверху. Крест копьем. Сверху. Есть. Хорошо. Посмотри, пожалуйста. И давай дадим теперь, пройдем все быстро. И переходим на чистоту магического воздействия. Если таковое было, оно проявляется. Один, два, три. Да нет у него воздействия. Неупокоенные бесплотные души? Нет. Бесплотные подселенцы? Нет, подселенцы. Хорошо. И переходим к зарядке. Лярв тоже нет, я понимаю, да? Она вообще пустая. Вот эти инсектоиды, они вытащили вот коричневый цвет, что шел. Я он понял, шел хорошо. У нее через мозги, через спину, в ноги. То есть они все вытащили, она как пустота какие-то в ней.
Все понял. Хорошо. И из живота тонкой копии Елена, два пальца ниже пупка, начинает разливаться резервная копия, энергия жива. Белым цветом по всем фантомам, закрывая все порты от внешних подключений, заливается пустоты, образовавшиеся от темных и патогенных энергий, сжигая энергии болезней, земных и космических, активирует гармонию свойства чакр. Если где-то осталась негативная энергия, то энергия проявит ее в виде темных пятен. 1, 2, 3. Пошел свет. Ну, слушай, ну, на самой вот Елене нет пятен, но вокруг нее какие-то негативные, не знаю, летает что-то. Это ее остаточные энергии, скорее всего, да? Ну, скорее всего. Но их много, и они там вот энергетически, вот этот канал ее тоже надо почистить, может, потом. Хорошо. Сейчас она заполнилась, живая. Заполняется. Угу. Не энергетический, а эмоциональный, вот, скорее всего. Эмоциональный, да, конечно. Да, у нее там много эмоций вокруг нее. Сейчас мы сделаем негативные энергии, вибрации по биополю. Она, знаешь, она вот этой белой живой, она прям не может наполниться. У нее вся грудь пробита. И усиливаем потоки в 10 раз. 1, 2, 3. Голова тоже. Все пробили. От осьминога. Угу. Я и сразу сказал, что это спрут. Есть. Хорошо. И открываем воронку против часовой стрелки. И бери высоковибрационный инструмент для удаления остаточных негативных энергий вибраций по биополю Елены. И, приступая к работе, вычищаем все остаточные негативные энергии, если что осталось, проходишь высоковибрационным инструментом от макушки до пальчиков, ног, спину, грудь, подмышки. Все полностью остаточные негативные энергии полностью высасываются. Она вот сейчас чищу я, и она светиться начинает. И усиливается мощность твоего высоковибрационного инструмента в 2 раза. 1, 2, 3. Но у меня все. Ощущение, что вокруг нее надо почистить. Вот она светится сейчас, но вокруг нее как темное что-то. Какая-то вот как аура. Откуда я она бы взялась? Вот там еще пропылесосила бы вот это все. Давай, убирай ее полностью. Она убирается, если я делаю. Это вот ее негатив. Да, это ее негатив. Но он уходит, да? Он уходит. Но хорошо. Он по всему, по кругу, прямо вокруг нее, везде. Возле рук, ног, головы. Готово. Отлично. И утилизируем вместе с инструментом. Воронка выбрасывается, уносится в галактическое ядро на переработку в первичную энергию. 1, 2, 3. Угу, прислал. Закрываю, запечатаю, растворяю. Ну, знаешь, прям вот он полный был. Вот этой черноты какой-то вокруг нее. Пылесос, да? Угу. Понял, хорошо. Узнай, пожалуйста, сколько процентов энергии нужно ей сейчас и сколько вибраций? Ей надо 350 и 25. Да. Понял. И на счет 3. Какого значения 25 Гц? 1, 2, 3. Ну вот наполняются тела сейчас. Угу. И вибрировать начинает. Отлично. И... начинает свет давать свой, и свет вокруг нее становится вот ярким, разноцветным. Угу. Но ей нужно не допускать вот эту серость вокруг себя опять. То есть я помню, да. Мы ее уже чистили, она была очень яркая и светлая. Да. И вокруг нее прямо сейчас вот эти клубы все были какие-то непонятные, серые, черные. Это ее личное было. Но вот сейчас опять дела дают свет, и от вибраций вот они вокруг тела распыляют вот этот свет. Защита у нее стоит? Хорошо.
И запускаем процесс активации и идентификации души на счет 3. 1, 2, 3. Пошел процесс. Процесс идет, но... Но? Она потерянная какая-то, знаешь? Как будто она сама себя найти не может. Угу. Давай пригласим ее куратора. На счет 3. 1, 2, 3. Мы приглашаем куратора Елены в комнату диагностики и просим его прийти. Да, женщина пришла. Слушай, она вся в цветах, женщина эта. Угу. И она говорит, что... Ну, она какая-то богиня, не знаю. Она может представиться. Земли, природы, чего-то. Как к ней обращаться? Синхронизируйся. Подожди. Синхронизируйся с ней. 1, 2, 3. Подожди секунду. Она говорит, я весна. Весна? Да, меня зовут Весна. Какое красивое имя. Мы приветствуем вас, Весна. Вы являетесь куратором Елены? Она говорит, я не ее куратор. Но я помогаю женщинам. В общем, она пришла сюда, чтобы помочь нам, Еленой. Да, хорошо, мы очень признательны. Как она может нам помочь сейчас? Мы убрали из нее интерферентов, сейчас мы ее заполнили энергиями. И хотим узнать, что мы еще можем для нее сделать. Или что она говорит, может. Что вы ей можете канал родовой или маточный, что ли, открыть. Что-то с родами связанное. Но это не только это говорит. Еще вы можете... Не вы, она говорит, вы можете, я хочу передать Елене, что вы можете передать Елене, что у нее очень много сомнений, и нужно убрать сомнения, глубокие сомнения у нее какие-то, которые ей нужно даже не проработать, а выкинуть из своей головы и начать нормально жить. Мы это ей обязательно передадим. На себя губит, говорит, своими сомнениями. Угу. Хорошо, за родовой маточный канал нам надо будет еще узнать, как и нам его открыть ей. Руками, говорит. Мы можем это сейчас сделать? Попробуйте, говорит. Хорошо. И насчет 3. В комнате появляется врачебное гинекологическое кресло. 1, 2, 3. Она говорит, этого не надо. Не надо, хорошо. Тогда появляется обыкновенная операционная кровать. Она говорит, что я должна что-то руками сделать в ее теле. Вот все. Но вот она говорит, что ты должна пустить руки, вот где маточные трубы. Запускай туда руки. Дальше. Давай у Лены спросим. На тонкой копии. Насчет чего? Ну, хочет она это или не хочет. Она, конечно, хотела ребенка, безусловно, я с ней разговаривал. Можешь спокойно делать. Сейчас я послушаю, что она дальше. Что... Подожди. Она говорит, что сперва посмотри на нее хорошо. Ты увидишь у нее что-то там. Ты видишь четко и ясно. Больной орган. Или она подсвечивает его изнутри. Ну вот красное есть у нее. Там как шарик красный какой-то. В общем, она говорит, что нужно взять. 3, и он появляется в твоих руках. Он сейчас здесь. Хорошо, бери его и аккуратно входи в тело. И... Открой мне воронку. И на счет 3 открывается воронка против часовой стрелки. 1, 2, 3. И выкидываем вместе с инструментом негативное. У нее там один круглый, большой, ну как большой, например. Да. Где-то 2 сантиметра в диаметре. Да. И 2 маленьких, 0,5 миллиметра, наверное. Вытаскивай все 3.
Да, я вытаскиваю. Выбрасываю. Отлично, выкидываю. Распечатываю. Растворяю. И сейчас запусти опять свои руки и дай ей необходимый поток энергии для того, чтобы все больные места как можно быстрее сейчас зажили. Один, два, три. Ну вот она говорит, не надо ничего допускать. Не надо? Нет, она говорит, дайте, я дам ей энергию свою, весеннюю, новую. Отлично. Мы наблюдаем. Пожалуйста. Ой, она, знаешь, как красивая, она вся в цветах сейчас, таких разных, разноцветных. Отлично. По всему телу вот у нее эти... Ну, вот весна — самое лучшее время детей заводить, а не с прутов. Она говорит, что ей только позитив сейчас нужен, чтобы все сработало. Хорошо, мы она ей это передадим. Она дала энергию, у нее ой, такие вибрации тут прекрасные, прям разноцветные, и вот эти цветы такие... Они мы небольшие, но не везде. Мы благодарим куратора. Елены. Она говорит еще раз, я не куратор, я прихожу к женщинам. А, понял, хорошо. Потерянным женщинам. Почему потерянным? Она говорит, себя теряет из-за своих сомнений. Вся проблема в ней. Понял, благодарим убери вас. Вообще, ну, найди в себе позитив. Ты только негатив, говорит, о себе видишь. Забудь об этом. Хорошо, у меня вопрос к весне. Мы сейчас все правильно сделали по удалению этих блокад, которые находились в ее теле? Да, все прекрасно, у нее все будет циркулировать, сейчас говорит. Но только позитив. Негатив не подпускает к себе, пускай вообще. Мы это ей передадим еще в личной беседе, и безусловно. Сомнение, негатив и сомнение, это два ее врага, она говорит. Хорошо. Как сейчас органы больные выглядят? Но они не больные, они были заблокированы. Заблокированы. Сейчас они поменяли цвет? Они поменяли цвет. У нас просто ушли. Вот красное все ушло. И... Отлично. Значит, мы все свою работу сделали. Энергию мы ее заправили. Я почему-то у нее одну трубу только вижу. Вот где вот этот шар был. А вторая где? Я не вижу ее. И вторая труба проявляется, ты видишь ясно и четко. Один, два, три. Ну, от нее я только фантом почему-то вижу. Может, операция у нее какая-то была, спросишь. Да, и что она еще спрашивала насчет головы с левой стороны, она говорила, да? Может быть, весна знает, что там за проблема у нее была с головой, Вера? Она говорит, что ее проблема, я уже сказала две ее проблемы. Понятно, она там за какой-то шрам говорила на голове. Ну, мешает ей не шрам, говорит. Хорошо, понятно. Прости, мы можем весну еще приглашать вот женщинам? Весна, мы, уважаемая весна, мы можем к вам еще обращаться, когда у нас будут женщины, для того, чтобы помогли именно вот по вопросам женским? Но если сложный случай, зовите, говорит. И еще она сделала какой-то водопад, открыла. Угу. Она говорит, эти цветы нужно поливать. Ну, она хочет, которые... чтобы мы... Да, которую она дала, вот эту энергию весны и новой жизни. Угу. Она ее хочет запустить в этот водопад. Хорошо, пусть запускает. Елена входит в водопад. Один, два, три. Ну, мы и весну будем приглашать, когда женщина хочет иметь ребенка, скорее всего. Вот, и если она его не имеет, то, безусловно, там какие-то проблемы. Она говорит, что есть женщины, которым нужна новая жизнь. Угу. Они их засасывает старая, говорит, старые вот эти сомнения. Да, они ее засасывают. Вот этим женщинам я прихожу, говорит. Они уже не могут выбраться самостоятельно, говорит, оттуда. А, понятно, понятно. Им понятно. Нужна новая энергия. Вот я ее даю, и сейчас цветы, она вышла сейчас из душа, эти цветы, даже запах, знаешь, пошел от них. Спроси, пожалуйста, они как какой... Они раскрылись все. Какой это водопад был, с какой водой? Она говорит, это мой водопад, вы не можете его пользоваться. То есть вот эти цветы, они сейчас раскрылись. Ну и в принципе, на этот запах должен прийти кто-то правильный. Mm-hmm.
Ну Я вот она понимаю. опять говорит, опять же, и только позитив. Если у нее будет только позитив, она в правильный путь. Все, благодарим весну. У нас мы очень сильно много сделали, и я думаю, все будет отлично у Елены. Мы обязательно ей все передадим. Мы сейчас должны возвращать Елену в ее физический биоробот. Атмосфера, конечно, здесь такая вообще. В комнате, да? Да, запахи. Вот она в цветах, всем таких небольших цветах. Очень красивых разных. А можно тебе водопад в этот встать, Вера? Спроси. Она смеется. Говорит, ну, если он уже стоит. Вере это не надо, говорит. Вере не надо. Но мне тем более. Она говорит, что, ну, знаешь, она на тебя посмотрела и говорит, тебе бы не помешал такой мужской. А такой мужской есть. Мужской силы. А как его получить? Говорит, здесь куратор. Вот и спрашиваем. О, все верно. Безусловно, спрошу своего куратора. Спасибо. Хорошо, мы благодарим весну и прощаемся с ней. Мы возвращать сейчас будем Елену. Если она еще что-то хочет добавить, пожалуйста, это сейчас. Ну, она еще раз говорит, позитив и сомнения. Теперь сомнения и держись не только на позитиве. Отлично. Эту информацию она, безусловно, получит. Хорошо, мы прощаемся с весной, посылаем ей нашу энергию любви и благодарности. Дарок давай кому-то дадим. Дарок. Да, и нам бы, мы традиционно всегда дарим всем кураторам подарки. Что бы хотела весна получить от нас сейчас? Любой подарок, любое желание можем исполнить. Она снежинку хочет. Большую, маленькую? Нет, небольшую. Хорошо. И небольшая снежинка появляется в твоих руках. 1, 2, 3. И ты передаешь ее с благодарностью весне. Угу. Как интересно, я, говорит, так редко вижу это. Будем чаще встречаться, будете чаще получать от нас любые подарки. Она говорит, вы знаете, что снежинки так же, как и песчинки, все разные. Да, абсолютно верно. И имеют очень интересную форму, структуру. Кристаллическую. Кристаллическую, да. Хорошо. Ну, да. Довольна. Все отлично. Мы благодарим ее еще раз. И она тогда сама уходит на свою чистоту. Она знает как. Тоже нас благодарит. Да, и уходит. Спасибо. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Елену в систему биоробот душа с телом и энергетическими тонкими телами. Есть. Отлично. И возвращайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Да, я здесь.